Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Уже третий раз в своей жизни проголосовал в Украине. Первый раз проголосовал в 1991 году на референдуме о независимости Украины. Я хочу поблагодарить всех активистов нашей партии, 3000 волонтеров и наших кандидатов. Учитывая очень короткий срок и искусственные препятствия, которые нам создавали, мы провели максимально интересную кампанию. В конце мы приняли очень сложное для себя решение, но думаю, что оно окажется оправданным. Я не только не собираюсь прекращать свою борьбу за фундаментальные изменения в Украине, а наоборот, буду работать в удвоенной энергии. Главные наши победы, я уверен, впереди. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.